Состояние пола может быть таким, что обычной шваброй и тряпкой его сложно привести в порядок. В этом я убеждаюсь на личном примере. Да уж, вот, наверное, почему появилась такая услуга, как глубокая очистка пола. Сегодня мы попробуем узнать о ней подробнее. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Евгения. Честно говоря, о глубокой очистке пола я слышу в первый раз. Что это такое? На самом деле это довольно сложная технологическая процедура. В ней задействованы два аппарата и комплекс химических средств. Для чего она нужна? Как в нашем случае, очень запачканный линолеум, мыли его явно не тканочкой, явно возили грязь из угла в угол, не вымывая из кабинета. Ну вот, результат очевиден. Использоваться у нас будут две машинки. Это однодисковая роторная машина и экстрактор Кузи 100 Супер. Однодисковая роторная машина представляет из себя вращающуюся щеточку, которая вращается со скоростью 190 оборотов в минуту. Руками так, конечно, не получится быстро пошоркать. Давайте посмотрим это на деле. Конечно. Но я думала, пол безнадежен. А нет, оказалось, что его можно почистить. Чудо просто. Скажите, какие помещения вот чаще всего требуют такой уборки? Ну, как правило, это места общего пользования. Это дворцы культур, это администрации, это офисные помещения какие-либо. Ну и, конечно, производственные помещения тоже нуждаются в такой чистке. Какие напольные покрытия можно чистить таким образом? Практически любые устойчивые к воздействию кислот, содержащих, щелочно-содержащих препаратов. То есть это линолеум, это камень, это бетон. Ламинат, как правило, глубокую чистку не терпит. На этом интересном месте мы прервемся, чтобы посмотреть нашу рубрику «Уютные новости». Собираемость взносов на капитальный ремонт в нашем городе по-прежнему остается одной из самых низких в Алтайском крае. Она составляет 79%, при том, что средняя по региону превышает 83%. Так что, если ожидание капремонта затягивается, может быть, нужно пенять на себя? Муж на час отправился на 3 года в колонию поселения. Он обманывал одиноких и пожилых людей. Лжемастеру бичане отдавали достаточно крупные суммы денег. В некоторых случаях предоплата составляла порядка 30 тысяч рублей. Дальше мошенник просто исчезал. На связь не выходил. Поймать мошенника удалось по очередному опубликованному в газете объявлению. В общей сложности он обманул 10 человек, которые забыли про бдительность и доверчиво отдавали деньги в руки неизвестного. Клининговая компания «Твоя помощница Юма» приведет в порядок ваши диваны и шторы со значительной скидкой. Химчистка стандартного дивана обойдется вам в 1000 рублей, а стирка и утюжка штор – 45 рублей за квадратный метр. Набирает популярность в Бийске новое направление в декорировании интерьера – фресковые обои. Они могут украшать не только стены, но и потолки. Визуальный эффект трещин и каменных текстур отличает их от обычных фотообоев. Фресковые обои долговечны и влагостойки. На мебельном рынке Бийска появилась оригинальная новинка – радиусные шкафы-купе. Они имеют эффективный внешний вид и экономят пространство квартиры. Располагаются такие шкафы в углу комнаты. Радиусные шкафы дороже обычных угловых в среднем на 10%. Сколько времени обычно занимает вот такая уборка? Такая уборка может занять от 5 минут на квадратный метр до часа на квадратный метр. Все зависит от напольного покрытия, от его загрязнения.
Самое капризное напольное покрытие это какое? Линолеум. Да? Да. А почему? Потому что он имеет свойство к истиранию. Он наиболее нежный в обслуживании, и при подборе химсредств нужно не переборщить и не сжечь его. Но лучше всего чистится это либо цементное покрытие, либо камень. Неплохо чистится керамогранит, плитка. Замечательно тоже, как бы очищается и полируется прекрасно. Юля, а как надолго хватает результата? На самом деле очень много факторов, которые влияют на затаптываемость, так скажем, пола. Это и количество посетителей, приходящих в тот же самый офис, да? Это и наносилось ли полимерное покрытие после химчистки. Желательно, конечно, наносить полимерное покрытие. Есть полимерные покрытия с нескользящим эффектом, есть делающие глянцевая поверхность. Их порядка 15 разнообразных полимерных покрытий, которые можно нанести от самых дешевых до космически дорогих, которые делают чистку стоимостью там, просто такой очень серьезной. Но, в принципе, приемлемый вариант есть. Да, конечно, всегда можно подобрать оптимальный вариант для того или иного напольного покрытия. Хорошо, а почему, по какой причине может быть не нанесено это покрытие? Желание клиента для нас закон. А, то есть решает клиент? Да. Ясно. Но вы рекомендуете? Да, мы всегда рекомендуем наносить полимер после того, как смыли основную грязь с того же самого линолеума. Химсредства все равно волей-неволей и механическое воздействие также повреждают защитное покрытие, которое было нанесено производителем. Оно смывается вместе с грязью, поэтому, конечно, желательно полимерить. А вот насколько доступна эта услуга для бичан? Услуга доступна как для частных лиц, так и для крупных промышленных предприятий. Все зависит от желания клиента. Можно подобрать очень бюджетный вариант чистки. Можно сделать шикарную чистку, которая прослужит многие годы. Спасибо, Юлия. Сегодня мы узнали просто об уникальной услуге, которая тоже является составляющей формулы уюта. А сейчас наши ценные советы. Решили увеличить пространство квартиры за счет лоджии? Делайте это так, чтобы не стеснить соседей. Возноситься над миром все же лучше на троне, чем на унитазе. Экономия на количестве секций алюминиевых батарей возможна, но не доходите до абсурда. Смотрите нас каждую неделю, и вы узнаете, как создать комфорт, красоту и чистоту в вашем доме. Чистит, 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 чисто чистит офисы, дома. Позвоните в фирму Юма, все очистит вам она. Все, что кажется нечистым, все, что сложно очищать, Юма вам очистит быстро, все начнет блестеть, сиять. Если чистоты хотите, в Юму сразу позвоните. Мы приедем, все почистим, будет с Юмой чисто-чисто. Клининговая фирма Юма. Чистота в офисе и дома. Чистые парковки, фасады домов, чистка мебели и ковров. Телефон 35 35 36. Твоя помощница Юма.